знак доверия, флаг России. Мы футбольная семья. Здесь всегда тебя поддержат твои верные друзья. 1, 2, 3. Улыбки болельщиков, танцующий волк забивака, позитивная музыка и две команды на изумрудном газоне. Твери спортклуб «Планета» при поддержке регионального отделения «Союз МАШ России» организовал футбольный матч, посвященный 123-му дню рождения Тверского вагоностроительного завода. 25 августа – это наша традиция праздновать день рождения нашего завода. Это очень важно. Эту традицию мы повторяем и ежегодно, и будем поддерживать. Здоровье – это спорт. Поэтому сегодня я ожидаю, что будет очень интересная встреча. Болеть буду за завод. Вместе с генеральным директором Тверского вагоностроительного завода Артемом Авеляном футболистов и болельщиков приветствовали советник президента Российской Федерации Владимир Васильев и лидер тверских волонтеров Юлия Саранова. Символический удар по мячу произвел руководитель мероприятия. Праздничные матчи на поле сошли в синей форме команда «Вагоностроитель», фактически сборная завода, и в белой форме команда дирекции, усиленная руководителями цехов и подразделений. В качестве капитана белых возглавил технический директор Тверского вагоностроительного завода Алексей Могучев. ТВЗ очень близко к футболу. Мы на последней спартакиаде «Трансмашхолдинга» заняли в футболе первое место. У нас великолепная сборная, почти профессионалы ребята. Поэтому футбол всегда с нашим заводом. Игра проводилась в формате 2 тайма по 30 минут. Соперники были достойны друг друга. Футболисты в синей и белой форме продемонстрировали хорошую технику владения мячом, тактическую выучку, дриблинг и порадовали болельщиков красивыми голами на любой вкус. В перерыве болельщики и сами смогли выйти на поле. По традиции для них был проведен конкурс по точности удара по воротам. Сначала по большим, потом по маленьким. Призы получили все участники этого конкурса. В доброжелательной и позитивной атмосфере продолжилась игра синих против белых. По итогам двух таймов, друзья, соперники забили 7 мячей. Итоговый счет матча 5-2 в пользу вагоностроителя. Но проигравших в этом матче не было. Медалями и кубками награждены обе команды. Победил футбол, победил Тверской вагоностроительный завод. Я считаю, что сыграли вполне достойно. Спасибо ребятам, соперникам, которые тоже собрались и поучаствовали в этой игре. Поэтому только положительные эмоции получили от футбола и от зрителей. Конечно, много зрителей собралось, очень хорошо. Было приятно поиграть со всеми в этой компании. Собрались директора, собрались простые ребята из цехов, простые служащие. И в такой великолепной компании просто была дружеская атмосфера. Очень хорошо было именно провести время.